Всем привет, друзья! Вы на канале Team Spirit, и сегодня я с Магой, с Дэном и с Яриком сыграю свою игру. Правила весьма просты, у нас будет 3 раунда плюс финал, в каждом раунде по 5 тем. Чем дороже вопрос, тем он труднее. Если вы готовы, то мы можем начинать. Готовы? Готовы, готовы. Готовы. Давайте проверим ваши пищалки. Есть. Надо это. Есть. Есть. Герой Планет Сети, имена персонажей, правда или ложь, предмет по описанию, радуга, рандом вопрос, рандом фактор, руна по звуку, самый дешевый там сборки, ты узнаешь их с тысячи, фрипотез, и что насчет лора? А, угу. Понятно. Let's go. Отлично. Вопрос по механике Dota за 300. Сколько ударов по одному существу может нанести эклипс луны? Правильно. Молодец. Давай за 400. Сразу пошел? Да. Так, не, было рандом вопрос. Подожди, я выбираю. Не, я просто советовал. Не, у тебя будет? А, не, есть. Назовите 5 способов мгновенно убить иллюзию. 5. Быстро отвечай, быстрее. Давай. Нельзя думать. Так, у меня время есть. Сколько? Нет у тебя два времени. Два хекса считается ли он? Нет у тебя времени. Один хекс. Хекс Леона, хекс Шамана, Монодрейн Леона. Нет, ты че? Дагон и хекс предмета. Че, так вообще не считается. А, хекс. Один хекс считается. Все, один хекс. И один Леона, хекс и Шамана, только? Да, это все вместе. Все, один считается? Да, хекс просто хекс. Предмет тоже, все, да? Ты проиграл, друг. Все, Монодрейн, Дагон. Хекс, еще 5. Три. Еще два. Судью на мыло, считаю. Сейчас я знаю. Судью на мыло. Давай, 10. 9. 8, 6, 7, 4, 1, все, клипс. Ну все, все. Давай фрипотез за 300. Надо назвать, чья способность и, в принципе, как называется. Блин, я вспомнил. Это мага? Наверное. Это способность тролля, это у него шар дается, она называется... Нет, Берсеркер Рейдж. Нет, подожди. Мотор Рейдж или что такое? Неправильно. Рэмпейдж. Правильно. Давай, Ярик, выбирай. Ярик. Так, я выбираю сейчас. Ждем, когда ведущий раздуплится у нас. Выбирай. Ты узнаешь. Давай герой по ней рассеять за 500. 1500. Кому принадлежат эти глаза? Охренеть. Блять. Ну я попробую. Дэн? Винтер Вайвер? Нет. Прекрасно, ребят. Да нет, я даже пытаться не буду. Что это такое вообще? Это за 500, это трудно. Это 500. Подсказку дать одну маленькую? Микроподсказку. Не, давай, нельзя, давай, давай. На нем Дэн, на нем мага играет. На тройке. Так. Свардар. Нет. Что за херня? Какой Свардар? Ты что, прикалываешься? А еще, нет, смотрите, если я неправильно ответил, я есть, могу ты еще? Ты можешь, да, конечно. А, нет, ты уже ответил неправильно, нет, уже нельзя. Да, только Мипошка может. Не, ну я пока не буду искать. Ну давай, что ты, да что ты боишься? Я не буду пытаться, да, даже предположение нет. Это же понятно, кто это. Даже идеи нет. Драгонайт. Мага играет на тройке. Что за герой? Ну, я сейчас ты поймешь. Я бы сказал еще ДП, но это не забавно. Это Primal Beast был. Ахрен. Чё? Очевидно. Не. Да, не. Да, да. Чё? Не. Не. А, без трейлера, вот ты. Винтер Виверна, край, брат. Не помнишь, ты играешь. Давай рандом вопросы 200. Сколько сил дает Тараск? Капец. 40. Ну давай. Ну давай, а может плюс-минус 5? Не-не-не. Там плюс-минус 5. Нет, там нет. Какой плюс-минус 5? Ну ты, конечно, это. Давай-давай. 3. 45. 2. Правильно. А я думал 40. Я тоже думал больше 40. Мага, давай. Мага, выбирай. Давай, Рам, в дом вопрос записат. Ебать. По жести сразу. Как изменили мотостайл в 7.33? Типа все изменения назвать? Не-не, там вот одно изменение, как его изменили. Никто не знает? Сейчас бы вспомнить. Ну, оно меньше стоит стало. Вот, никто не знает, да? Нет. Никто не успевает, ребят, ну что? Я его не собираю. Увеличили просто бонус передвижения. Кто вообще на это смотрит? Нет, это мимо. Да, это мимо. 2%. Ну, за 500, собирал, ребят, за 500. Я его даже не собирал, этот предмет. Я тоже не сейчас все собираю, знаешь? Мага. Давай за 400 рандом вопрос. Нейтрал, который переместили из 3-го в 4-й разряд. 7.33. Майнбрейкер. А? Майнбрейкер. Правильно. Майнбрейкер. Я так сразу не вспомнил, да. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в комментариях, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Герой по нейросети за 500. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай за 400, ладно. Ну пусть будет, ладно, Мирана. Правильно? Это слишком легко. У меня было тоже сомнение, блин, это так легко. Это за 100 должно было быть. Еще следующего героя за 500. Сразу, давайте нейросети, да, по-быстренько. А, давай герой по нейросети 200. Я первый, он другой. Правильно?
Капец, просто... Хорош, хорош. Как ты узнал? По медведям? Нет. Да нет, по друиду. Четко. Мипошка. Извини. Ладно, давай я выберу. Мипошка, давай. Герой по нейросети такой выберет за 300. А, там уже кто-то за меня выбрал. Это не я был. Какая скорость полета Illusion Orb? Пока. Плюс-минус 5. Плюс-минус 5? Плюс-минус 5. Чуваки, я вообще не знаю, какую скорость нейросети. Давай. 395. Там уже было. Ладно, он дал ответ на самом деле. И этот ответ неправильный. Это неправильно. 651. Минус 500. Минус 500. Минус 500, минус 100. Минус 100, минус 100. Минусуй, минус 500. Едем дальше. Пипошку выбирай. Герой по нейросети за 300. Отдыхай, другалек. Герой по нейросети за 500. Терабайт. Был кто? Терабайт. Неправильно. Ну и ладно. А морские варианты, ребят? Вообще, ну... Яна. Да, ты. Найсталкер. Нет. Я не буду рисковать, просто ссали. Ну давай последний, последний. Да я не буду рисковать, мне минус 300. Едем дальше. Я выбираю. Герой по нейросети 100. Ну это будет мясной какой-нибудь. Префайром просто. Префайром. Так я не знаю. Ну ладно, Цемк. Кто? Цемк. Нет. Кто? Луна. Нет. Я знаю, кто это, блин. Это же очень просто, это прям... Можно еще раз? Нет. Нет. А, Темпларк это, да? Да. Ну уже мага нельзя отвечать. Все? Нельзя мага отвечать. Не, ну подожди, мага не нажал. Так что ответил. Ну, подсказал. Да. Ну давай Темпларком. Правильно. Хорош мага. Лучше, на самом деле. В этом плане ты грамотно сыграл. Переждал момент, пока мы ошибемся и... Ладно, за сотку-то можно было рискнуть. Ладно, сейчас надо префайром еще рискнуть. За 500 можно рисковать. Как же легко вас одевали. Так тут надо в минус играть, правильно? Да, давай, давай. Давай я за 400, ты узнаешь. Когда ты колбишь всех, побеждать. Вопрос секретом. Тебе нужно кому-то отдать. Мипошке даю. Кто это? Есть один вариант сейчас. Я подумаю еще, кто это может быть. Блин, такие зловещие глаза, как будто вот, может, Драгонайт. Чуть-чуть такой похож, да? Ярик, ну что тупишь? Не, ну для меня это... Мне кажется, это Снэпфайр вообще. Это точно ДК, я думаю. Ну ты же не... Не, он сказал, что это Снэпфайр, на самом деле... Зао мы не звали вообще. Ну ты, конечно, Ярик, думай сам, но это как будто супер легкий вопрос, я не знаю. Не, на самом деле он подумал, что это Снэпфайр, и я с ним согласен, что это Снэпфайр. Согласен? Да, я... Молчите тут вообще. Вот для камеры Ярик, Снэпфайр, ты если не будешь похож, похож на такие супер легкие вопросы, ты видишь, что у него там сверху типа огонь горит? Ну есть такое, Снэпфайр горит огонь сверху? Да, тоже, у него тоже горит. Окончательный выбор ДК. ДК. Это правильный ответ. Фух. Мипошка, выбирайте. Фри ПТС 200. Нет, давай, присоединяйся. Там вон, напитки возьми. А если ты был как называется? ОД. Блин, я отвлекся. Не, способность как называется. А, я знаю. А это не важно, как это называется. Я знаю, как это называется. Я тоже знаю. Как? Санити Эклипс. Да ты тоже знаешь. Это правильный ответ. Да, я знаю, да, я знаю. Кстати, ты... кстати, это что, ну, типа, ну, просто только так ты мне залетел, очки, дал. Да почему? Ничего, ты да. Пусть его будут очки. Что за? Глаза за 300. Кому принадлежат? Готовы? А, ну, конечно, конечно, да. Чьи? Ой-ой-ой-ой-ой, как же... Титан? Глубокие глаза такие. Глубокие вопросы. Голубые, карие немножечко, да? Чувствуется мудрость в этих глазах. Не титан мага? Нет. Блин, вот знаешь, Ярик? Омик. Ну, так и а думал, да, немножко еще... вот старостью навеивали они. У него желтая кожа? Ярик, Ярик, знаешь, какой вопрос выберем? Так, так, давай, я выберу. Фри ПТС за 500. Фри ПТС за 500. Опять же, чья способность и как называется? Ну, граната, способность снайпера. Неправильно, там надо полное название. Там два слова. Concussive Grenade. Concussive Grenade. Ну, ты уже ответил. Так он граната. Уже мы зачитываем. Мы я это не подсказывал, типа он сам знал. Граната, снайпер. Просто народе это так. Не, не, ну нам надо полное название. Так. Конкассив гранат. Что это такое? Мипошка, выбирайте. Я минус играю. Давайте герой по нейросети 300. Ладно, все, я погнал. Кто же это? Тише, тише, мага. Давай говори. Тихо. Виномансер. Правильно? Фух, я думал, или Вайпер, или Виномансер, вот тут грамм. Да, мне казалось Тайт еще. Тайт? Респект, Ярик. Сколько мне минус сейчас? Нет, минус 800. Топ-поинтов, да? Это топ-поинтов, вот Ярик. Вот Тайт, ты еще 100 поинтов. Next round. Так, правда или ложь за 1000? Прямо сейчас мне дай. Я должен ответить, правда или ложь, да? Да, да, да. Правда или ложь? Если ложь, то почему? Если правда, то почему? Doom — единственная способность, накладывающая эффект заглушения. Назовите все возможные, если это ложь.
Спал сайленсер на ДТ. Да закрой рот, пожалуйста! Кто-нибудь? Я, кстати, не подсказывал опять. Заглушение? Да. Никто? Типа Doom. Так? Да это не единственная способность. У сайленсера на 25-м левеле есть талант на заглушение с третьей способности. Надо все назвать. Какие все? Есть еще одна. Так это не написано, ну типа это правда или ложь? Я говорю. Ну назовите все. Все возможные Назовите все возможные. Подожди, еще одно заглушение. Думай. А шмотки считаются? Думай. Это именно нет. Способность. Нет, это именно способность. Шмоток таких нет, нолик так больше не работает. Думай. Сейчас получается заглушение. Ну, получается минус 1000 и все. Возможно, Аганим Муэрте? Хотя нет, подожди. Ага. Ну, можешь назвать этот вариант. Похоже. А слушай, ты не думал о Хупуджа? Возможно, хекс шамана под талантом на брейк. Ты не знаешь, да? Все. Минус 1000 это отлично. Теперь посмотрим на это. Отлично, кстати. Ну, это просто... Может быть, Дэн, ты хочешь еще ответить? Да, на самом деле нет. Я не говорю желание. Я тоже, в принципе, воздержусь. Я не помню, кстати. Да ничего. Аганим дизраптора. Ничего. Да, ничего. Мага! Ты чё, мага? Блядь, это было очень просто. Я просто теперь решил тебе не подсказывать, почему не спал. Я подсказал бы Сайленсера, а этого сам бы догадался. В этом плане ты красавчик. Дэн, выбирай. Давай, правда или ложь, за 800. Мне понравился. Понравился? Да. Поехали. Заклинание Global Silence действует на лайфстейлера, который находится в герое с помощью способности Infest. Правда или нет? Вот тут 50 на 50, сказать. Ой-ой-ой, а вот это да, вот это можно рискнуть. Кто ответит первым, ребят? Поехали, время пошло. Мага, кстати, хотел. Я не хотел отвечать. Да он ушел сам, это не я. Ложь не действует. Я хотел ответить. Не успел. Ах, досада. Ну, Хос сыграл сейчас. Едем дальше. Так, предмет по описанию за 1000. Это описание именно, понимаете, да? Да, понимаю. Да, им надо сказать предмет. Да. Хорошо. Зачарованный меч, позволяющий прорубиться до вражеской души. Зачарованный меч. Да? Так и название предмета нужно. Так. Это мага. Зарю? А? Зарю? Нет. Ничего страшного, не мага. Ты главное не мага, ребята. Вопрос на 1000. Нет, ты главное пробуй дальше. Главное не сдаваться, типа. Зачарованный меч. Интересный вопрос. Зарю, да, все равно это вариант был. Да, в принципе, мы подождем следующий вопрос. Может быть, Саша или Яша? Нет, мне кажется, это максимум какой-то Shadow Blade, там, не знаю. Нет, парни, какой Shadow Blade? Это диффуза, ребят. Ну давай, радуга 1000. Радуга — это интересный раунд, очень. Это очень интересно. Тогда давай радугу за 1000. Давай, за 1000. Окей. Так. Назовите 5 фиолетовых героев. Так. Тупица. Фиолетовый. Void Spirit. Так, а дальше? Faceless Void. Рики. Еще 2. Да, я знаю. Давай, у тебя 15 секунд, я считаю про себя. Да не, у меня побольше есть, давай не будем еще считать. Просто поговорим. Я считаю, ну, друг. Общаемся так чисто, да? Обычно. У тебя 10 секунд. Бэйн. Четвертый. Еще пятый нужен. У тебя 5 секунд. Да, тишки, 5. Давай еще 15, край, брат. Чего торгуешься? Ну не, ну все, давай, вот последний, ну последний. Я почти всех. 5 секунд, 5, 4. Да хватит считать, блядь, дай подумать. 2, 1, извини, Дэн. Ну это Слардар. Кстати, он реально фиолетовый. Хочешь попробовать кто-нибудь еще? Нет, я победил. Радуга за 800. Я хотел дать мне. Я отыграю. Радуга за 800, окей. Смотрим. Голубые герои 5. Шторм, Зевс, Дизраптор. Так. Так. Шторм, Зевс, Дизраптор. Верно. Виверна, у нас тоже синяя. Виверна. Я знаю 5 уже. Это уже 4. Виверна, и последний пусть будет у нас аппарат. Нормально. Хорошо? Окей. А, там еще кто-то там их. Тут много было, да. Да, да, на самом деле тут вообще. Я уже понял, можно заранее подумать. За 600 радугу. Ударь ко мне. Окей. Уже очень припаялись. Динамансер, Вайпер, Пугна, так, Земля и последний. И последний осуждаем. Динамансер, Вайпер. Вайпер. Пугна. Пугна, Земля. Некрофос. Осуждаем. Некрофос. Осуждаем. Некрофос? Некрофос, ребят, да. Ну да, есть, можно. Окей. Есть, да, конечно. А, там еще в рейс. Есть еще Медуза, Тайдхант. Ну, я на подсказках пока сижу жестких. Рандом факты за 1000 выбираем. Рандом факты за 1000, окей. Да, сколько ударов должны сделать Эдолон для размножения? Блин. У меня не работает. Мага, мага, мага. 6. Правильно? Черт, это легко было очень. 800 рандом фактов. Окей. Герои начальных характеристик и их прироста равны между собой. Есть такой герой. Так. Бэйн. Правильно. Радуга 4. Мага при файре, кричи просто, кричи сразу. Так. 5 желтых героев. А, не знаю.
Так, мага. Снайпер, пуч, сэнкинг. Какой снайпер? Омник, Феникс. Омник, Феникс. Не, подождите. Тише. Подождите, Омник, Омник разве желтый? Он белый. Нет, он белый. Он желтый тоже. Он белый. Он белый? Он белый. Сейчас, подожди, я последний. Даунбрейкер. Да? Окей, да, даунбрейкер, да. Самый дешевый предмет сборки за 1000. Окей. За 1000. Так, Дэн? Стоп, я, кстати, не разобрал. Я знаю, Дэн, рецепт. Нет, не так. Надо назвать еще 16? Надо назвать еще цену, если что. 175 за шижмаска. 175? Я первый был. Нет, Дэн первый. Я первый. Дэн первый. Он еще заранее нажимал после этого. А я тоже. Дерек, давай, типа, дай шанс. У него минус 800. А сколько у тебя? Типа, куда ему 1000 этому? 200. А у него вообще рецепт есть этого предмета? Нет. Нет. Дальше. Диадема, поинт-бустер. Там диадема и поинт-бустер. Самый дешевый там сборки за 800. Диадема, едем. Это, кстати, про игрок, но слева здесь бочка. Здесь. Так. Блин. Это... Ага. Ой, стики за 450. Это неправильный ответ. Шапка. А, подожди, нет. Именно в этой. Ты ответил, ты ответил. Да, ты ответил. Все, извини, друг. Шапка, Дэн. Шапка, Дэн. Нажимай. Шапка, Ярик. Я дам эту Ярику. Не знаете? У тебя минус, там, нажми. На этот просто. Меньше уже не будет. Ну ладно, не буду искать. У меня просто некоторые сомнения тут есть. Нет, это хардреска, ребята. В смысле, шапка дешевле. Я хотел сказать хардреска, я вспомнил шапки, нет, Вира. Шапки нету. Шапки нету. Это, кстати, игрок на саппорте играет. Давай предмет подписания за 800. Поехали. Я просто решил проверить, как там... Секретом по... А дай Дэну, может быть. Давай, Дэнчик. У него минус полторы. Давайте мне, ребят. Давай, Дэнчик. На камбэкич. Он сейчас не ответит 100%. Позволяет вам манипулировать другими во благо или во зло? О, ну я понял. Гаминатор. Ну, нет. А, мом. А, мом. Нет? Ответь можно еще? И не мом. Радугу за 200. Не слушай, Экстран, не слушай. Да, да. Они просто так сказали. А, Дэн выбирает. Так он выбрал Радугу за 200. Да, я выбрал Радугу за 200. Красный герой. Так, ты первый был. Лина, Феникс, Найк. Феникс желтый. Да не желтый, Он желтый был. Он желтых был. Лина, Эмбер. Шторм. Найк. Бой спирит. Самый классный герой в доте. Да, все, дальше. А, Акс. Фейсленс Войт. Четыре. Энигма или Тевс. Дарксир. Энигма или Тевс. А вот пятый кто? А вот пятый кто? Планета есть такая, Ярик, планета. О, спасибо. Макс. Правильно. Так, ну мы нам все по 200 осталось? Да, давай. Давайте рандом факты за 200. Самый дорогой собираемый предмет в доте это? Это брошка. Ну, вот эта брошка, которая там... Нет. Свежбурином. Пятый брошь. Так, секунду. Так. В смысле, нет. Догон. Пятый догон. Правильно. А, нет, кстати, я думал, пятый Ярик, догон, ты чего, блядь, Ярик? Респект. Да. Респект. Носки, да? Ура, да? Ура, 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 ура. Ладно, 200 не жалко, держи, друг. Правда или ложь, 200. Давай. Или тоже тут будет... А ну, конечно, бомбу алхимика нельзя с бербинком. Да, нельзя с бербинком, потому что это не прерывающийся снаряд. Жестко. Потому что что ты сказал? Потому что не сбивающийся снаряд. Предмет подписания за 200. Едем. Хоть эти сапоги увеличивают выжимать обладателя, они не слишком надежны. Крапива. Ты че? Я знаю, я просто это уже знал. Откуда ты знаешь? Я читал. Мага. А, ты читал? Так ты же паки создавал. Ура, я вышел в ноль. Готовился. Если что, этот пак создавал Магомед. Next. Да, next. Ну давай рандом факты 400. Средний возраст профессиональных игроков в доту. Всех прям. Плюс-минус год. Так. Либо 9, либо 12. Профессиональных игроков. Да, именно вот игроки, которые играют сейчас в доту профессиональных. Вот средний возраст их. 20. Неправильно. Вхоз. Кто-нибудь еще? Сейчас. Попытает свою удачу? А, давай я попробую 24. 24? 24. Правильно? 24-8, если быть точным, но плюс-минус год. Я подумал тоже 24, кстати, уже потом. Еще, блядь. Я, кстати, ну, самый старый где-то 32, а молодой 16. Я особо не верю. Ну да, но типа 20 средний. Ну и 24 получится. Если на карте одновременно нажмут ультимейт Луна, Балонар и Феникс, наступит ночь. Феникс будет все равно днем управлять. Ну, он сделает день, короче. Это неправда. Все равно будет день. Почему он сделает день? Слушай, Мага, подожди. Потому что... У Феникса у него такой... Приоритет. Да, высокий самовысокий приоритет. Вот это слово, которое Мага не мог подобрать. Ярик, тихо, пожалуйста. Ну дай сказать. Я ложь. Хочу у яйца максимальный приоритет. Как будто все очевидно. Ну. Предмет по описанию за 400. Поехали. Призрачное пламя с незатухающих останков древа доброты горит в любом мире. Так. Радианс.
Нет! Можно я? Это фейрик. Кросса, он... Какой да, фейрик? Это фейри фаер, все правильно. Нет, это было непросто. Это фрик, кстати, а не, ну, это да. Просто, который знает подожди, такие факты это? Об призрачное этой игре. Призрачное пламя. Да? Фейри фаер, призрачное пламя. Нажимаешь, оно испадает, ну все. Так ты, блядь, сидишь лоры читаешь. Мага. Сам дешевый этим сбор 400. Ну ничего. Нет, топовый пак. Так, не знаю. Я не знаю, я не буду это трогать. Я тоже не знаю. Сейчас, вспомни, он собирается, во-первых. Дэн отвечает. Я слышу. И тупица у тебя минус 2. Слышь, маска, наверное, там блядь. А, подожди, там теперь этот, подожди. Скажи рецепт просто на угадать. Блиц Наклс, наверное, тебе рецепт. Бля, вот я тоже. Я рецепт. Давай говори рецепт. Рецепт, да. Сколько стоит? Че, сколько стоит? Я тебя не должно знать, сколько он стоит. Это рецепт. Самый дешевый, нужно назвать цену. Либо 300, либо 400. 400 или 300? 500, край, брат. Вот 500, край, брат. 500! Не тебе, я сегодня правильно называю цену, мы не засчитываем. Так, делай поблажку, у него минус типа 2600. 500, край, брат, реально говорю. Делай поблажку ему. Ладно, окей. Сидит реально душит. 275 он стоит. Я 3 сначала сказал, 300, а ты что-то вообще... Ладно, я засчитал поблажку. Например, по описанию 600 грамм. Сияющий алмаз, собранный из разных частей, которые почему-то прекрасно объединяются. Это у нас... Сияющий алмаз. Собирается на саппортов. Это сияющий алмаз. Очень часто грызется в большие... Линза? Нет. Грязь тупица или грязь в большой этот? Линза? Нет, подожди. Правильно, это можешь не линза. Можешь еще поговорить немного? Нет, так? Все, ну все, я подсказал максимально. А это он край? Еще, он еще грейдится в огромный такой. В огромный такой? А. Этот же, да, самый? Как они по карте это собирают? Закрой рот, Вот эти штучки? Закрой рот, просто закрой рот. По карте как? Лотус. Нет. Че, блин? Короче, Ярик, если не отвечаешь, я скажу, это... Ярик, отвечаешь? Да, Ярик? не подсказывай, Ярик. Нет, вот это подсказывай. Ярик, отвечай, нет, у меня есть один вариант. Ярик, надо всем ответить, все уже, это мека, ребят. Мека, она собирается в огромный тапок. Это самый дешевый предмет за 200. Да. А ты расскажи. Ну, это просто. Когти. Сколько стоит? 450. Красава. Мага, ты, кстати, жестко. На все вопросы 200 ответил. Я знаю, потому что я гений. Давай еще один вопрос попробуем, правда ли ваш шот. Чтобы собрать головку сыра, нужно 16 обычных лотосов. 18. Нужно собрать. То есть это ложь? Это ложь. Нет, 18. Это правда, но в общем 18. На 18. Это правда. Это правильно. Молодец. За 600 еще рандом факты. Рандом факты 600. Поехали. Головку сыра за 600. Бристлбэк, Таск, Брюмастер, их объединяет. Что-то одно. Пиво. Да. Драки, кто отвечает? Драки, пиво. Чего? Отвечаю я. Не, что-то одно надо выбрать. Брат. Либо драки, либо пиво, брат. Драки, ну, это край. Пиво. Край. У меня минус не, очки. Бери пиво. Драки или пиво, давай. Бристлбэк, Таск и Брюмастер. Да. Пиво. А ты как думаешь, что? Да я не знаю. Давай я отвечу, но я знаю. Не, Дэн отвечает. Короче, я так, драки или пиво? Давай, пиво. Пиво, правильно. Легко. Любовь это алкоголь. Близко, на самом деле. Все это, пьют пиво. Это мои братья по оружию. Все пьют пиво. Дэн, выбирай вопрос. Да, глоб, вот последний, самый дешевый предмет за 600. Что здесь у нас? Так. Девайс, 250. Неправильно. Это правильно. Next round. Руна по звуку за, пожалуй, я вот подумаю пока, за сколько выбрать? Ну, 1000 или 1000. Давай за 1000. Давай за 1000. Тут нужно слушать. Второй, ты подключил звук? 1000 давай, да? Третья за 1000 именно. Третья за 1000. Поехали. Третья 1000. Звук слушаем. Тихо. Ярик. Короче, когда можно Ярик. Да, реген. Это не реген. Иллюзия? Да. Жестко. Проиграли. Мага, правильно? Нет, я не знал. Это звук иллюзии. Это звук иллюзии был. Да, реально? Давай четвертую. Так мы слышим. Руна по звуку четвертая. Окей. И это проигроки, я просто... Тихо. Я не знал, как собирается, конечно, арчит. Да я вообще, кто звуки-то считает? Отвечает мага инвиз, да? Да. Все правильно. Это правильно? Да, забей вообще. Че как ты это делаешь, на самом деле? Давай дальше. Второй игры. Ру немного осталось, Ярик. Сейчас надо рандомить. Next. Хоста. Мага был первый. Хоста? Да. Красавчик. Правильно? Лучше, да не, давай вообще не реально там отличить. Давай первый руну сразу. Да не, реально, вот хосту я понимал. Да ладно, я руны просто не беру. Тихо, звука. Давай. Я их только ломаю. Едем.
Реген. Реген? Только скажи, что не реген. Это не реген, это не реген. Да вы чё? Я. Не, я был, да, был потом, потом был Дэн. Баунт. Нет. Да чё? Значит, ДД. Подожди, еще раз ты не сказал, это не баунти? Это не баунти. Еще раз хочешь? Да просто ДД скажи. Ну, плюс еще раз. А можно мне надо очки спину? Все правильно. ДД. Прекрасно. Что ж, ДД? Не, Мага, ты вообще, ну... Молодец. Дверь. Угадай героя под стать за 1200. Окей, тут его фраза какая-то, и нужно угадать. Да, давай. Какой герой может сказать эту фразу при покупке армлета? Не омлет, армлет. Свен. Смотрите. Свен. Свен. Правильно? Сразу, сразу кликайте. Говорит Свен, прикиньте, он не готовился. Это Свен, да. За то, что не знаешься. Мага, угадай. Угадай ты еще. Угадай героя под стать. Поехали. Сидит, сидит, вопросик к этому, подай кому-то. Подай мне его, прошу. Денечку, Денечку, Денечку. Let me cook. У какого героя имеется эта редкая фраза? Почесать бы сейчас нос. А что за многоточие? Кто-то без носа. Ну, это типа пауза, знаешь, театральная. Войт. Почесать бы сейчас. Типа такая, почесать бы сейчас нос. Нос. Это не Джаггер, нет. Да ты тупица конченая. Джаггернаут. Правильно? Блять. Да вы что, ну как же Джаггернаут-то? У него типа маска, ну и он хочет почесать нос, понимаете? А, да-да-да, я сразу это понял. Ну да, я поэтому это не сказал. Я представлю способности персонажа за 1200. Давай. Prefire. Prefire сразу, го? Вот го сразу. Героя была эта способность, и что она делала? Го сразу нажмем, кто не боится. Суицид Тэтчса мгновенно взрывает и умирает. Ну и дамышность. Пол ХП себя снимал, а не... Он за мгновенно умирал. Он себя убивал просто. Он просто взрывался. Такого не было. Есть еще кое-что. Маленькое дополнение. Ну еще он возрождался быстрее. Зачем ты сказал это? Хорош. Он сказал, чтобы я получил очки, и он возражался быстрее. А на сколько процентов? На 50, по-моему. На 50, по-моему. Красава. Лучше. Лучше. Господи. Да что мне вот это все, да ты ротишь, да просто он взрывался и умирал. Не, на самом деле, Слава, хорош, что столько написал вообще. Ну, вообще постарался, хорошо. Это можно сказать, ну, просто тачка умирался. Ну, надо... Не, хвост лучше, хвост лучше. Лен, убирай. Ведущему респект. Фух, да, был сложный вопрос. Что насчет лора за 1200? О. Да, его мать умерла, отца расмотали животные. А это, кстати... А вот это хороший вопрос. По-моему, типа это Магнус, но так по еще не Никто не знает. Просто вот догадочка появилась. Его мать умерла, отца расмотали животные. Подсказки какие-нибудь дай, вот так чисто. Магнус на нем играет на тройке. Магнус. Это Магнус. Нет. Это Primal Beast. Это не, это не та. Это Primal Beast. Возможно, я думаю, что это кентавр. Это Primal Beast, Шмикай. Да мне и так... Ярик, ты же выиграл, это Primal Beast. Это Primal Beast, Ярик, ты какой Primal Beast? Мага не играет, всего лишь 15 героев. Очень много играл прям. Всего лишь 15 героев. Ладно, нет, я другого скажу. Кентавр. Давай. Кентавр. Нет. Мага последний. Я не знал. Подожди. Мага, давай за рандом, у тебя 8000 поинтов, ты сидишь. Подумай, подумай, хорошенько так. Тедхантер. Ну у тебя мало осталось. Тедхантер под водой, да, его типа? Дисмастер. Дисмастер? Правильный ответ. Да чего вы? Ну это не Праймал. Хорошо, что он сказал, что это не Праймал, на самом деле. Вот этим он помог. Давай, что насчет лор за 900? Давай. Лор 900. Лор обожаю, кстати. Только Earth Spirit знает, откуда появился этот герой. Кто он? Тини. Правильно? А почему он знает? А почему не надо? А почему не надо? Странно. Старые способности 900. Давай. Старые способности 900, поехали. Ага. Вот, я знаю. Level Death. Это Level Death у Дума, короче. Она наносила урон пропорционально там твоему левелу. То есть она кратко... Ну, типа, там мини-стан такой был, так. Короче, и дэмэдж, который зависел от левела твоего. А, ну, а не так. Дополнишь там? А поподробнее? Да, ну, если он был... Типа выше или кратче какому-то числу, короче, у нас все большой урон. К какому? Вот да, число надо назвать. А, число надо назвать? Да, это важно. Либо 3, либо. Я могу точно сказать. Не, не кратен. Кратен там все равно. Какому равен именно? Равен. Там то есть кратен на определенному числу или равен какому-то числу. Выше какого-то числа у него было, да? Ну, он равен именно этому числу, да. Ну, то есть там число. Он просто типа дэмэдж, да, вот точно его назвать очень минимальный. То есть там типа 240 минимального. Да, да. Нет, какой именно левел был? А, я знаю. Он знает, а ты? Мага 3. 3. Не знаю, пусть будет 3. Нет. Ха-ха, ты попался. Короче, на первом уровне 6, на втором, ну, на первом уровне прокачки спала. Левел врага должен был красен 6,
потом 5, 4, 3. А если у врага был 25, то так же работает. Все, правильно. По плошкам, на самом деле, это цельный ответ, это да. Молодец. Едем дальше. Так я так же ответил! Нет, так... ты не ответил числу, какому равен. Там не было даже в ответе. Там было равен 25 друг, и наносил дополнительный урон. Книжки свои там было. По лору, по доте почитай и все, отдохни. Так, имена персонажей мы что-то не затронули. Давайте-ка немножечко аккуратно зайдем в эту тему. Имена персонажей 600. А я решил аккуратненько зайти. Да, легонечко. А вот как думаешь? Бавора. Бавора. Ну, блин, я вспомнил, да, в моменте. Бавора. А это вообще какие-то ложки со мной играют, я не вижу даже никак. Так, мы в минус играем. Магия уже в целом не помочь, это болезнь. Весь лор знает по доте. Героя под стати за 600. Все, тихо, магик. Какой герой имеет эту редкую фразу? Моя мышка заводится в два движения. Чтобы взлететь, нужно два... Так. Бэтрайдер. Правильно? Че, магик? Че такое? Не, фраза это вообще кринж. Кто-то играет реально с фразами, ну типа, включенными в доте. Да? Это дело не фразе, это дело то мышь. Ну, можно додуматься, на самом деле. Мышь. По фразе можно понять, что за герой. Выбирай, Дэн. Давай, имена персонажа. Персонажа за 1200 сразу дай-ка мне. Ну-ка. Я съем этот вопрос. Давай попробуем. Съел? А, ну, Мордред. Нет. Фантомасайзер. А, там по-другому. Кошка неправильно. А первую букву дай. Так, минус еще один. Первую букву дай, край, брат. Я один в финале буду лишь что играть. Первая буква край. Вот давай договоримся. А. Дало тебе что-то это? А. Там всего 4 буквы, кстати. А-а? Не будешь отвечать или нет? Абдул. Ара. Арарат, короче. Короче, едем дальше, да? Да, едем дальше. В принципе, у нас... Асан, друзья. Асан, это моя Асан, я то сама. Блин, я мог бы сказать, магаз такой почти есть. В России. Близко. Дэн, выбирай. Имена персонажа за 900. Да, за 900. Как зовут? Так. Трезин. Еще раз? Трэс Дин. Правильно? Это девушка, если что. Так а зачем мы его с нами посадили? Он сидит в лоре, читает персонажей. Мага? Давай за 300 имена персонажей. А, вспомнил. Юрнеро. Правильно? Хорош. Дэн, правильно. Что такое мага? Я ничего не говорю. Лор не прочитал по Джаггернауту. 10 тысяч школ, чем мне отвечать? Я сижу с вами просто. Дэн, выбирай. Персонажа способность. За 300 не было. За 30. Да. Со ставкой. 4 тысячи ставлю. 4 тысячи ставит мага. Когда да. 10 тысяч, 4 тысячи ставит. Конечно, это кринж. Поехали. Коллапс играет за 4 тысячи. Я один играю. Сидит на очке, конечно. Полностью описать. Она была, короче, ОП Эва. Он, типа, когда я нажимал, он выходил в инвест, типа, и на месте него появлялась другая иллюзия. Правильно? Давай, угадай героя под стать за 800. Какой герой может сказать эту фразу при смерти? My legs, I can feel my legs. Мага? Нага-сирена. А? Нага-сирена. Правильно. Мага-сирена, да. Мага в соло просто уничтожает. Да что он жестко. Да не, вообще молодец. Ладно, я не буду отвечать. Отвечайте сами. У вас очков нет, вы в финал не попадете, я один буду играть. Мага, в принципе, молодец. Короче, все убирают, отвечайте сами. А, руна по звуку 1000. Убирай этот. Руна по звуку 1000. Что насчет вор за 300? Может, не узнаешь, что-то я не знаю. Он смог выбраться из узкого лабиринта, стерев свое имя из книги мертвых. Ребят, вы помните, это, в принципе, просто. С кем вы меня ассоциировали? Кто-нибудь? С Прогулок престолов? Нет. Нет. Вы еще в аэропорту с ним фоткались. Не они, Илюха. Илюха там фоткал. Да вы все фоткались. Не, я фоткался, а как? Не. Нажимаете, нет? Ну, Monkey King, типа. Ну, нажать, чтобы ответить. Дэн! Отвечай за меня, Эрик. Нет, просто Дэн, ты нажал, ты. Дэн. Да ты ответил. Дэн отвечает Monkey King. Да, я отвечаю. Все правильно. Сделай, короче, я не знаю, побольше очков, чтобы не финал прошли. Я не хочу сам с собой финал играть. Так, так как вы не проходите финал, друзья, вот вы двое, я вам так сказать докину. Я прошел, друг. Так, я прошел тоже. Ты мне очки снимал просто. За что? Я не знаю, за что. Я отвечал, ты снимал. Я вам так чисто с бардского плеча по сотке. Оп. Это мало. Больше наливай. Давай по 1000. У маги 15. Ты готов поделиться? 500 краев. Да. У маги хотя бы там нолик убрать. Для, так, ну, для чуть-чуть разницы. Финал, друзья, тем раундом. Фу, у нас 4 случайных вопроса. От Изи до Варихар. Сейчас будем их черкать. Кто... Случайный вопрос Варихар сразу забираем.
смысле, а подожди, может, сначала, я не хочу вырезать. Сначала убирает Дэн. Дэн, убирай тему. Дэн, вот убирай, Дэн, убирай какой-то. Вот, какой да. я хочу оставить? Какую ты хочешь вопрос. Убрать, вычеркнуть? Убери вопрос. Вычеркнуть? Да. Изи. Случайный вопрос. Окей. Так выбирай. Че изи-то? Так изи. А, ты убрал изи? Да, да. Мипошка. Я, да? Какая так, тебе ну, не нравится? Мы думаем, very hard или не very hard убрать? Ярик, убери very hard, пожалуйста. А почему ты хочешь убрать very hard? Потому что он слишком сложный, нас, я уверен, мы не ему ответим. Так, а... Да нет, там, да там я... по-любому про деревья небось будет. Просто... И в жопу. Давай, говори уже. Ну, давай, ну, medium, да, medium беру. Пусть мага решает, hard или very hard. На самом деле, я бы хотел very hard поиграть. Very hard убираем. Почему? Давай я сами very hard. Остается тема hard. Случайный вопрос. Блин. Хотелось сыграть very hard. Ставки. Ставки, да. Ставки, да. Так ставки. Давайте ставки напишем. Давайте как сделаем. Давай 12-350. 12-350? Да. Сколько? Денис, ставишь? All in, брат. Услышь? Ты же меня знаешь. Конечно. Так, Мипошка. 5. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Сколько всего сейчас существует нейтральных артефактов в Dota 2? О, это, кстати, я знаю. Плюс-минус 3. Я, кстати, реально могу сказать правильно. Так. Так, секунду, вот эта штука. Вы что, пошли считать? Сколько тиров? 5? Да. 5. Сколько нейтральных тиров? 5. Ну, 5 уровней, да. Короче, там, я знаю, там один прикольчик. Ты написал уже? Да, я пишу. Блин, вот там один нюанс такой есть. Черт. Ты что-то по руке пытаешься как-то считать. Подожди, тихо. Кого ты там считаешь? Да не, я, блин, просто кое-что забыл. Ой, сейчас, подожди. Ладно, пусть будет так. Значит, вот так. Там. Он реально сидит, вот так вот делает? Да. A few minutes later. 69, 67 и 55. Да. Поехали, друзья. Поехали. А вы реально считали? Дэн, неправильно. Мипошка, неправильно. Хорошо. 69 тоже неправильно? Коллапс. 67 я тебе сказал. Неправильно. Черт, ты конченый, вот реально. Так, ладно, подожди секундочку. Что за я вопрос? Посчитал. Тогда 79. Нет, это много слишком. Значит, 59. 59, друзья. Блин. А у меня 55 был, но я самый близкий. Так, будем да. честны. Самый близкий. Я так и знал. Я все равно выиграл. Вы видели в моем прошлом раунде очки? Магас, победой. Спасибо. Приз. Вот эта штучка. Забирай домой. Спасибо, что смотрели свою игру. Это было очень легко, я даже вот решил не мешать им, было все настолько просто, так что я подарил магии эту победу. Подписывайтесь на наши соцсети и спасибо за просмотр. Да, спасибо, я выиграл.